Вы знаете, мне очень трудно говорить о впечатлениях, потому что я сидел на сцене. Да, да, да. Поэтому вот я с той стороны хотел узнать. А с той стороны не бывает впечатлений, это совершенно другое. Это впечатления, они вот у тех, кто на это смотрит, а те, кто в этом участвует, впечатления... Но зал пытается задавать обратную связь, какие-то вопросы задавать? Ну, зал задавал вопросы, которые считал нужным, я не знаю. Хорошо, и вопрос второй. Вот как-то с вызовом имитирования гражданских институтов. Вот как с этим бороться? Когда создаются, ну, как бы фейковые институты? Не обращать внимания. Просто не обращать внимания, все, ну, что.